Должны понимать все, кто прибегает к терроризму и угрожает соседям. Отдельные аналитики утверждают, что США уже находится в состоянии войны с Советским Союзом. Сколько советских шпионов живет среди нас? 52 гражданина Америки взяты в заложники на территории посольства США в Тегеране. Анонимный источник в Белом доме утверждает, что мир в одном шаге от ядерной катастрофы. Господин президент, есть два имени, связанных с проблемой заложников. Раш Кадивар и Касим Джавадин. Только прикажите. Что ж, пора преподать им урок. Больше никаких заложников. Адлер, ты уверен, что полиции можно доверять? За этим парнем есть должок. Он отвернется. Адлер? Рад, что вы с нами, Ганс. Это Мейсон. Можно выдвигаться к цели? Касим сейчас у себя, но его хорошо охраняют. Могу убрать оттуда своих на 15 минут. Надеюсь, ваших много. Достаточно. Приятно иметь с вами дело, Ганс. Давай. Вудсу не терпится подраться. Зачем его огорчать? Время идет, Вудс. Касим ждет, не дождется. Эй, Мейсон, игрушки в багажнике. Ты решил, что он в безопасности? Вокруг него толпа народа. Но это его не спасет. Адлер, а нам обязательно брать его живым? Касим кое-что знает. А остальных можно в расход. Вот и нужный дом. Работаем быстро и жестко. Ганс дал нам 15 минут. Идем. Устроим им новогодний фейерверк. Мейсон, зажигай. Марш, марш, марш! Это Касим! Занимай укрытие! Касим не должен уйти! Найди его! Начинай, Мейсон.
Стоп! Нет! Я только передал деньги. Я не представляю, где Араш. Вы не понимаете ситуацию. Вы же американцы. У вас правила. Вы взяли заложников. Правила изменились. Нет. Он в Турции. Но у него встреча на аэродроме Трабзона. Завтра... Я... Не знаю. Честное слово. Все их переговоры шифруются. Один есть, один остался. Следующий тюрьмой. Хадсон, Араш в Трабзоне в Турции. С Касимом покончено. Как скоро у нас будет Араш? Команда прибыла в Турцию пару часов назад. Думаю, они уже на местах. Аэродром перед нами. Ищем этого говнюка. Главное найти Араша, пока не началась стрельба. Мейсон, проверь. Есть следы Араша? Это не он. Не. Машина! Слева! Может, Араш в машине? Лица пока не вижу. Всех, кто был в машине! Похоже, это Араш! Не стрелять. Нужно подтверждение. Yeah.
освободить заложников! Пока был шанс! Заложники? Нет, тут дело не в заложниках. Его план уже исполняется. В этот раз вам его не остановить. Ну и кого же? Персея. Чушь. Персея мертв. Мертв? Столько времени прошло, вы и не знали. Скоро Персей спалится. Надо сообщить Хадсону. Ищем выживших и отправляемся в Лэнгли. Что за хрен этот Персей? Подробные данные о манхэттенском проекте из Лос-Аламос похитил русский агент Персей. 1968 Вьетнам. Вьетконговцы под командованием Персея пытаются выкрасть американскую атомную бомбу с военной базы. 5 дней назад стало известно, что Персей вновь появился на сцене и планирует атаку на нас. Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой всему миру. Мистер Хадсон, мы все знаем о Персее. Мы также знаем, что он скорее миф, чем факт. То есть лично я считаю, что Персей просто страшилка. Генерал Хейк, позвольте представить вам того, кто все объяснит. Офицера особого отдела ЦРУ Рассела Адлера. Он один из немногих, кто хотя бы смог приблизиться к Персею. Мистер Адлер, почему мы должны принимать этого Персея всерьез? Вы не должны, сэр. Да, но погибнет много невинных людей. Это еще почему? Сэр, до сих пор каждый шаг Персея менял весь баланс холодной войны. И если 13 лет спустя он в игре, готовится что-то крупное. То, что затронет весь мир. Сэр. Сэр. Господин президент. Господин президент. Господин президент, это Джейсон Хадсон и Рассел. Я их знаю. Кто, по-вашему, одобрял их операции? Угроза реальна? Да, сэр, мы уверены. Сможете убрать Персея? Можно, сэр. Я уже запросил все необходимое. Сэр, его запросы весьма необычны и даже нелегальны. Если об этом узнает пресса... Да что вы несете вообще? Знаете, кто мы? У нас все задания нелегальные. Сержант Вудс, правдоподобное отрицание – основа нашей работы. Эл, речь о предотвращении угрозы всему человечеству. Дайте Адлеру все, что ему нужно. Господа, у вас важнейшее задание – защитить нашу цивилизацию от великого зла. В мире нет высшего долга и большей чести. И хотя о вашей борьбе узнают единицы, уверяю вас, весь свободный мир у вас в долгу. Я знаю, вы не подведете. Это Хадсон. Хадсон, они уже начали? Уже работают. Адлер в Западном Берлине. Скоро будет на конспиративной квартире. Ты ему веришь? Ха! Тебе не меня надо спрашивать, Блэк. А его команда? Сильная группа. Он позвал Симса, Азулая. Даже как-то ухитрился вызвать Хелен Парк из МИ-6. Там будут еще и Мейсон с Вудсом. Не уверен насчет Парк. Адлер давно с ней работает. Вот и привлек ее. А новый агент? Белл. Не начинай. Разумеется, тут надо смотреть в оба. Белл, будь как дома. Пора за работу. Марк? Адлер? Белл?
сюда. Последние 48 часов замечен всплеск советской активности в эфире. ЦРУ и Минобороны запросили информацию по своим каналам, но пока что зацепок насчет Персея нет. У Ми-6 тоже никаких следов. С чего-то надо начать. Так что вернемся сюда. Вьетнам, 68-й год. Тогда мы столкнулись с Персеем. Черт. Я так и думал, что та операция нам еще аукнется. Подними все, что есть по атаке в Дананге и скинь парк. Она пробьет по базе Ми-6. Нам нужны позывные, шифровки, отчеты о совместных операциях. В общем, любые возможные зацепки. Есть. Тут вступаешь ты, Белл. Я знаю привлекать бывшего сотрудника КГБ рискованно, но мы должны думать, как они. Иди к доске с уликами. Прокрутим события в Дананге. Нужны зацепки, чтобы выйти до Персея. Вот так. За остальным к Симсу. Спасибо, агент Азулай. Медикаменты в дальней комнате. Как дела, Белл? В этом случае да. Ты можешь вспомнить что-нибудь важное для нас. Знаю, это тяжело. Я не переживала ничего подобного. Может быть, если вспомнить все это, станет легче. Мы с тобой? Вполне возможно. Я давно и плотно сотрудничаю с другими разведками. Мы наверняка пересекались. Ну, я бы с удовольствием послушала про Индокитай. Так близко к Персею. Меньше, чем хотелось бы. Мне встречались люди вроде него. Они шахматисты. Мне нравится предсказывать их ходы. Поговорим потом. Белл. Работаю с ЦРУ. Лет 10 как. А в штате, считай, уже 5 лет. Я из Вашингтона. Потом родители увезли в Израиль. У двойного гражданства свои плюсы. Ага. Служил в Цахале сразу после университета. Полный срок. Потом был Моссад. Там я и познакомился с ЦРУ. А заодно и с нашим боссом Адлером. Знаешь больше моего? Походу, большие шишки этим неохотно делились. Хватит болтать. Симс, давай тяжелую. Ага, секунду. Белл, тебе не здоровится? Можешь работать? Хорошо. Считай, теперь ты в списке моих любимчиков. После Лазаря. Поздравляю. Размещаем ключевые факты на операции. Рисуем связи. Красную линию ведем к Персею. Было бы неплохо сперва рассказать об этом парк. Возможно, мы что-то упустили. Вы ведь вчера встречались? Не знаю. Спроси ее. Может, между вами связь? Для дела это не важно. Квартира? Я как-то жил здесь, но давно. А в этот раз пару дней как прибыл. Спроси Лазаря, это его любимая тема. Мы уже работали с ним. Он тебе понравится. С ним легко. Будь как дома. Давай, Дмитрий, как плечо? Дружу. Вот так.
Столько хватит? Ноги! Ноги! Итак, Белл, вернемся во Вьетнам. Там Персей впервые попал нам на глаза. Дело было в январе 68-го. Мы служили в спецгруппе ЦРУ, прикрепленной к 3-му полку морпехов Дананги. Нам поручили следить за советской активностью. Ходили слухи об агентах СССР в регионе. Но данных о присутствии Персея не было. До Дананга. Персей откуда-то узнал об операции «Сломанная челюсть». Сломанная челюсть? Да, там все пошло под откос. Мы вышли из лагеря Гаскинс. Ага, эту дыру я помню. Угу, попробуй вспомнить. Любые детали. Лица, имена, что угодно, лишь бы навело нас на след Персея. Все равно, что искать иголку в стоге сена, на поле со стогами. Возможно, но иголка-то есть. Помни, нас ждет дело. Сломанная челюсть? Да, тогда все пошло под откос. Белл, пора вставать. Хорош спать. Добро пожаловать в лагерь Гаскинс, наш маленький мирный оазис посреди этой богом забытой дыры. Ты в безопасности. Эй, мясник, как рука? Болит, зараза, но хотя бы шевелится. Эй, Симс, ты знаешь, что от этой дряни можно ослепнуть? Ага. Вот и хочу успеть посмотреть. Белл, пойдешь с Симсом. Вы хорошо друг друга дополняете. У нас новый приказ. На 4-м аванпосте Паракорди есть то, что позарез нужно комми. О чем конкретно идет речь? А что лучше не знать? Паракорд штурмуют раз за разом. Наше дело — собрать это нечто и свалить нафиг. Спокойно! На этом задании у нас будет поддержка с воздуха. Справимся без проблем. Надеть наушники. Всем бортам доложите готовности. Барсук 9-1, готов. Барсук 9-2, к взлету готов. Барсук 9-2, обороты в норме. Птички на взлет, полный газ, ручку на себя. Все борта в воздухе. Все крепко держатся? О, господи, Адлер! Почему у меня есть ощущение, что у тебя плохие новости? Потому что ты не дурак, Симс. Хотя новости неплохие, скорее даже очень хорошие. Объекту в Паракорде придется подождать. Отходим от основной группы и сделаем вылазку. И что же в этом хорошего? Источник сообщил, что в городе завелась крупная рыба. Советский агент с позывным Персей. О, черт! Разделяю твой энтузиазм, Симс. Если это правда, нашу разведку ждет золотая жила. Там Персей впервые попал нам на глаза. Подходим к деревне. Принято. Подбираю площадку. РПГ! Пилок 2, задайте им шару! Он на колоколе! Thank you.
Ну что, Белл, работаем. Они здесь. Подтверждаю. Уверен? Тут два трупа, и они совершенно не похожи на вьетнамцев. Белл, бери журнал связи. Посмотрим, с кем они болтали. Задание выполнено. Данные у нас. Пора валить. Отлично. Держи документы. Сейчас тебя заберем. Ладно, возвращаемся к Армаде, забираем чертов объект. Посадка нам не светит. Задаем шару.
Разрешаю. Принято, Паракорд. Барсук 9-1. Иду на посадку. Будьте осторожны, у нас жарко. Понял, Паракорд. Вы Адлер, группа спецопераций? Да, да. Да быстрее же, мать вашу. Да, сэр. Спасибо. И мне спасибо. Это Белл. Вот кто добыл нам целую охапку советских разведданных. Идем. Марш. Удачи, командир. А там и что? Адлер, ты прикалываешься? Это страховка. Вот все, что нужно. Все настолько хреново? Еще нет. Откуда ты узнал? Симс! Белл! Вы как? Нормально! Белл, мать твою! Давай к турели, пока нас не смяли! С воздуха! Белл, давай! Стреляй уже, не подпускай к нам! С нами? Как думаешь, это можно считать успехом? Хоть бомба не взорвалась. Главное, у нас есть данные о Персее. Я же говорил, что у нас есть задание. Оно еще не выполнено. Рано расслабляться. Да. Как там упражнение с памятью? Ну, Адлер считает, хорошо. Удалось вспомнить один документ из Вьетнама. Белл заканчивает расшифровку. Что-то полезное нашли? Несколько имен, зацепки. Парк пробьет их по своим каналам. Времени мало. Команда знает о нашем провале в Берлине? Нет. Но если с этим связано одно из имен, то скоро узнает. Ты этого не допустишь, Хадсон. Просто не говорим ничего лишнего. Для меня это не проблема. Мы закончили анализ имен из Дананга. Одно из них заслуживает особого внимания. Антон Волков. Нелегальный торговец оружием из Восточного Берлина. Его связь с Персеем стала для нас сюрпризом. Нам приказано захватить или уничтожить Волкова. Если уж мы не можем добраться до Персея, займемся его людьми. Лишим его ресурсов. И заставим выйти из тени. Мейсон и Вудс все еще работают в Киеве. Считай, что Волков у нас в руках. Собирайся,
и на выход. МИ-6 разрабатывает Волкова уже несколько лет. Я настаиваю, чтобы вы взяли его живым. У нас к нему очень много вопросов. Я учту твое пожелание, агент Парк. Твои сведения из Дананга – настоящий клад. Тебе виднее. Тебе понадобилось 2 часа, чтобы расколоть ту шифровку. И тебя особо заинтересовало имя Волкова. С тобой все в порядке? Мы ведь именно поэтому тебя и позвали. С этим шифром не справились бы даже лучшие криптографы ЦРУ. Ты гений, Белл. Но даже гением нужно спать. Ну да, но недолго. У нас общие интересы. Хотя мне доводилось работать с людьми поприятнее. Общаться по делу не больше. Избегать личных вопросов. И никогда не спрашивать про шрам. Думаешь, если б я знала, я бы сказала? Забавно. Родился под Ленинградом, не выходит на улицу днем, отлично разбирается в виски и в средневековых пытках. У нас ему понравится. Я лично устрою ему экскурсию. С радостью. Неплохо с именем вышло. Мы все храним. ЦРУ, как моя бывшая, ничего не выбрасывает. Да. Вся хитрость в том, чтобы знать, что есть в этой свалке, и найти нужное. Дом, похоже, это тебя. Чеки не оплатили. Ладно. Поговорим по дороге. Хочешь меня развлечь? Ты шутишь, что ли? Мы только что все обсудили. Знаешь... Я столько всего могу сказать. Не, забудь. Порядок. Только когда меня не просят. В этот раз на мне обеспечение. Все, что нужно, я вам достану. Список моих контактов длиннее китайской стены. Адлеру надо, я добываю. Ну а как иначе? Конечно, достану. Не проблема. Легко. Через неделю уже привезут. Ха, смешно. Но я-то не шутил. Сложно, но можно. Дай мне время, и он будет у нас под окнами. Окей. И как будешь платить? Я тут слышал, чеки выписывает Адлер. Черт, я буду вынужден отказать, если у тебя нет чемодана, набитого деньгами. Черт, я пытался разыскать этого урода, когда он был в Италии на какой-то сходке. Хитрец. Увидишь? Передай привет от Лоуренса Симса. Ну, не мне судить. Может, ты из КГБ, но на этой войне ты с нами. Иной раз полезно побыть на стороне врага. Я прав? Опять ты. Ну? Видел ли я его? Нет. У нас есть только этот снимок, а ему больше 20 лет. Симпатичный. Надеюсь, годы его не пощадили. Это насчет библиотечных книг. Никак не отвяжутся. Выход через час. Волков – главарь банды, перешедший в Восточный Берлин после строительства стены в 61-м. У этого бандита есть связи и в Европе, и в обеих Америках.
Его ликвидация ударит не только по Персею, но и по мировой преступности. Крупная рыба. А вот и наша рыбка. Франц Краус. По данным МИ-6, это один из связных Волкова. У них назначена встреча завтра ночью. Мы попадем в Восточный Берлин через метро. На закрытой станции к западу от стены есть нужная точка входа. Проследим, как Краус войдет в город. Как только Волков объявится, берем. Живым или мертвым. Мы с тобой прыгаем. Парк, Лазарь. Вы едете дальше. Мы вдвоем ищем Крауса. Так. Поезд замедляется. Начали. Все, поехали! Так. Заброшенные станции патрулирует полиция ГДР. Впереди патруль. Можно укрыться от него за поездом. Работаю в метро. Разрешите показать документы? Запретная зона. Лечь на землю. Вы арестованы. Стоп, стоп, стоп! Успокойтесь. Уверен, мы что-нибудь придумаем. Давайте... Будете сопротивляться, пристрелю. Лежать! А ну лежать! Давай! Что за... Неплохо. Уберем следы. Краус скоро пойдет через КПП. Идем на крышу. Парк, Лазарь, мы почти на месте. Принято. Давай, сюда. Осторожно, прожектор. Да уж, они знают толк в охране. Следи за КПП. Краус может пройти в любой момент. Сфотографируй Крауса. Черт,
Охрана строже, чем обычно. Если задержится, опоздает на встречу с Волковым. Возле КПП. Вон с дипломатом. Это он? Отлично, это он. Это Краус. За мной. Парк, Краус пересек стену. Что у тебя? Мы с Лазарем ждем вас в точке эвакуации. Понял. Сообщают, что Краус и Волков встретятся в баре через дорогу. Иди и найди там связную Хадсона. У нее синий зонтик. Я прослежу за улицей. Краус за столиком за моим правым плечом. Добрый вечер, чего изволите? Каролина Рвайс, пожалуйста. Связь есть, слышно хорошо. Теперь ждем Волкова. Я не знаю подробностей. Вроде вам нужен Волков. Кто же его знает? Разве что он сам, но, полагаю, вряд ли дольше дней. Краус был в штазе, пусть его миловидная внешность вас не обманывает. Это убийца. Моего информатора взяли при случайной проверке в двух порталах отсюда. Теперь штази перевернут тут все. Попрошу вас об услуге. Под пытками он быстро сломается. Надо его спасти. Или убрать. Его держат здесь. Данкишо. Белл, внимание! Кажется, входит Волков. А где Волков? За тобой был хвост. Отправляйся домой и жди нашего звонка. С хвостом разберемся. Будет новое время и место. Белл, проблема. Пошли двое агентов в штазе. Быстро уходи! Шайса! Идите в туалет. Я их задержу. Группа, новый план. Встречаемся у квартиры Крауса. Он наш билет к Волкову. Остановите! Мне понадобится время. Встречайтесь с Лазарем и Парк без меня. Выйду на связь, как только смогу. Это мой друг. Мы имели пару цифил в кнайпе. Осторожнее, Белл. Тут повсюду штази. Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Ищи меня в здании через дорогу от тебя. Будь осторожнее, у нас и так достаточно проблем.
тебя? Я в магазине напротив квартиры Крауса. Он только что вернулся. Что у тебя? Штази прочесывает район. Пришлось затаиться. Найду вас, как будет поспокойнее. Белл, срочно ищи Парк и Лазаря. Отбой. Прошу. Прошу. Ты. Я видел фото. Тебя ищут. Я просто следил за конспиративной квартирой КГБ. Я не знаю, как они меня нашли. Я делал все как положено. Волков? Мерзавец. Чудовище. Если найдете, пристрелите сразу. Клянусь, я ваш друг. Отпустите. Не убивайте! Отлично. Думаю, тебя не засекли. За мной. Не шуми, а то нас сдадут местные. Парк в магазине электроники через дорогу от дома Крауза. Я хотел принести ей сарделек из Дэр Браун Бар, но там закрыто. Парк совсем близко. Вот и мы. Пару минут назад к дому Крауса подъехала машина, но я так и... Минутку. Краусу позвонили. Я знаю протокол. На КПП за мной никто не следит. Белл, ищи Крауза. Чемоданчик в безопасности. Все это время он был при мне. Вы когда? Да. Я знаю тебя. Постараюсь. Ну что, Лазарь? Волкову нужен чемоданчик Крауза. Повесим маячок. Он приведет нас к Волкову. Придется влезть в квартиру Крауса, не привлекая внимания его самого и его жены. Белл займется. Пока он там, я проверю окрестности на предмет незваных гостей. Парк, ты следи за нами отсюда. Я покажу себя с лучшей стороны. Чудно. Агенты штази проверяют всех. Осторожней там. Белл, я видела у Крауса тетрадь. Попробую ее найти. Белл, если тебя заметит Краус или его жена, это провал. Если что, жену можно усыпить. Но сам Краус должен пойти навстречу. Звоню Краусу. Готовься входить.
Извините, ФС здесь не живет. Ну да, это мой номер, но боюсь... Послушайте, я точно знаю, что ваши подруги здесь... Либо она вас обманула, либо вы неправильно записали номер. Само собой, никаких проблем. И вам доброго вечера. Она проспит несколько часов. Приберись тут. Ада, ты не видела мой зонтик? Мне пора выходить. Мам, где мое одеяло? Черт, про ребенка забыли. Папа, это ты? Краус выходит из кабинета. Прячься. Чисти зубы, я уже скоро. Попадайся на глаза Краусу. Каждый раз, когда он туда заходит. Посмотри, что там. У тебя мало времени. Ищи чемоданчик. Я тебя не вижу. Позволил ему вломиться к тебе в квартиру? Я не знаю, откуда у него взялись материалы. Но я привел его. И это серьезно облегчит твою участь. Эта личность интересует Персея. Ты скажешь Персею, что его поймал я? Ах, наконец-то. Персей обещал награду за твою голову. Легко отделалась. Не вынуждай меня браться за игрушки. Повторяю, на кого ты работаешь? Интересно, и чем же я мог привлечь ваше внимание? Персей платит мне кучу денег за вывоз его товаров из Европы. Думаю, он заплатит еще больше, если узнает, что я убил тебя. Я мог бы найти тебе пример. Но ты бракованный, Тамар. Горбатого могила. Что такое?
мне чемодан. Бери Волкова. Остались. Наконец. Белл, от имени всей Ми-6. Спасибо. Волков у нас. Не по заслугам. Валим из Восточного Берлина. Сведения Волкова подтвердили наши опасения. В Восточном Берлине Персей получил атомную бомбу. Мы не можем быть уверены. Она у него, это точно. В документах Волкова мы нашли зашифрованные координаты. Безлюдная местность на территории Украинской ССР. Вот что обнаружил Блэкбёрд. Я хочу знать обо всем, что происходит в здании. Нужна помощь остальных. Я вызвал Вудса и Мейсона из Киева. Белл, пойдешь туда с Вудсом. Мы с Мейсоном останемся ждать эвакуации. Парк, на тебе связь. Мы не знаем их состав и уровень подготовки. В бою действуйте на свое усмотрение. Пришло время заглянуть за железный занавес. Связи. Держи наготове Мейсона с Адлером. Идем. Их база вон за той горой. Входите, берете информацию, уходите. Черт, Барт. Я хотел немного задержаться. Тюрьму посмотреть. Посмотришь, когда мы узнаем, что задумал Персей. Вот это монстр. Там может оказаться много интересного. Сфотографируй. Покажем аналитикам. Точно. Пора испачкать руки. Часовые сверху и снизу. Выбирай себе цель. Съемки закончены. У грузовика еще двое. Ну нафиг. Тебя где так стрелять учили? Давай, спускайся вниз. Я прикрою тыл. Увидишь что-то важное? Фотографируй. Карты, чертежи, все, что найдешь. Заходи на базу. Ищи вход в главное здание. Я попробую отключить сигнализацию. Все чисто. Отличная реакция. Черт! Сюда идет патруль. Белл, ищи вход, я за тобой.
Кажется, они успокоились. Но Вудс по-прежнему не отвечает. Работай по плану и заходи внутрь. Это твое? Парк, мы нашли, как пробраться внутрь, но у нас не так много времени. Тогда идите дальше. Я не против. Внизу охрана. Спускаюсь вниз и атакую по твоей команде. Ладно, я готов. Нужна помощь! Нужна помощь! Все чисто, идем дальше. А, еще один сектор. Так, тут у нас была какая-то система раннего обнаружения. Типа противоракетная оборона. Приготовиться. За этой дверью может быть целая толпа коми. Прикрой. Чтоб ни слова, Белл. Черт, это что вообще? Здесь тренируется спецназ. Все как у нас в Америке. Черт, они начинают! Твою мать! Вперед! Устроим им учение в боевых условиях. Они что, часть учений? Это не учение! Повторяю, вперед! Это не учение! Прямо на вышку! Граната! Серьезный парень!
Активность в эфире усиливается. Что у вас? Мы вляпались в какие-то дурацкие учения. Тут полно красных. Мы все еще ищем данные. Твою мать! Уходите! Мои сыны Адлер вас заберут. Она в ярости. Похоже на то, верно? Здесь посторонние! Прикрой меня! Похоже, здесь у них командный центр. Идем. Джекпот. Центральный компьютер. Посмотрим, что задумали эти красные. Белл, давай к терминалу. Проверь, что там. Добро пожаловать в военно-аналитический архив Министерства обороны. Статистика боевых действий в городских условиях. Для служебного пользования... Это ерунда, ищи дальше. Ежедневные отчеты КГБ для служебного пользования. Скучно. Что там еще? Операция «Зеленый свет» для служебного пользования. Так, это еще что за новости? Белл, открыть можешь? Разумеется, там пароль. Посмотри вокруг, у Коми с фантазией туго. Поищи на столе. Неплохо. Все подтвердилось. В Берлине засветилась бомба проекта «Зеленый свет». Наша бомба. Если это всплывет... Об этом никто не узнает. Даже группа Адлера. Ставки слишком высоки. Высоки — это не то слово. Речь об американской атомной бомбе, спрятанной под Берлином. Я хочу убедиться в твоей надежности, Хадсон. Свисток прозвучал. Мяч в игре. Если объект узнает правду... Тебя так волнует правда? Меня волнует контроль над объектом. Если мы не сможем контролировать объект, мы его уберем. Вот и все. Беру распечатку. Полный бред. Персей внедрился в ядерную программу ЦРУ под кодовым названием «Зеленый свет», которой руководил Хадсон. Украденная бомба американская. И Хадсон об этом знал. Внимание, внимание! Черт, пора сваливать. Тем хуже. Проследи, чтобы Адлер с Мейсоном были готовы к отходу. Надо добраться до выхода. Все в отрядах. Построиться у главного выхода. Они перекрыли выход. Придется прорываться. Граната! Прикрой!
Удачи! Погнали! Держись, Белл! Белл, эта сволочь заходит справа! Твою же мать! Вот вам реновация городской застройки, придурки! Вон там! Вижу выход! Давай! Работай по БТРам! Эй, у полный газ! Они здесь! Вудс, Белл, что у вас? Собирай всех, Парк! Всю команду! Хадсону придется долго объясняться! Да, сэр, понял. Ты ведь знал, что бомба наша, и не сказал! Что еще скрываешь? Может, из тебя выбить правду? Подумай как следует, Вудс. Так, успокоились. Ваши разборки не помогут поймать Персея. Почему не сказал, что это наша бомба? Чтоб мы ему задницу прикрыли. Этот урод врал нам всю дорогу. Это не ложь. Это умолчание. Это твой конек, да, Хадсон? Манипуляции людьми. Сознательное искажение правды. Правды? Нет. Только выбор, кому верить. Адлер знает об этом все. Верно, Рас? Этот зеленый свет. Что это? Выкладывай. В 58-м шла гонка вооружений. Эйзенхауэр решил, что мы не успеем отреагировать на вторжение в Европу. И дал старт операции «Зеленый свет» — секретной программе по закладке атомных бомб во всех крупных городах Европы. В качестве страховки на крайний случай. В 74-м бомбы заменили на мощные нейтронные, способные уничтожать людей без вреда для инфраструктуры. Тысячи сгорят живьем, а ты говоришь о сраной инфраструктуре. Цивилизованно. Убиваем людей, сохраняя здания. Мы хотим защитить свой жизненный уклад. Давно знаешь о пропаже бомбы? 8 недель назад с одной из бомб пропала связь. Мы до конца не были уверены, что это Персей, пока не увидели ваши снимки из Берлина. Так, американская бомба находится у врага. А если он ее взрывает, тогда США становится всеобщим врагом номер один. Этого бы не было, исполни ты свой долг, убив Персея во Вьетнаме. Знаешь, Хадсон, в другой раз я не остановлю Вудса. Надо узнать, зачем Персею понадобилась бомба. Парк, что еще было в той распечатке, притащенной из базы? Там упоминаются какие-то раскопки на Урале. В Ямантау. Наш человек в КГБ подтвердил факт операции. Ямантау. Я думал, Хадсон и Уивер там давно все зачистили. Верно. Персей хочет добраться до старой ЭВМ. Значит, Драгович и Штайнер оставили там кучу ценного? Штайнер, отправь нас с Вудсом. У тебя личные мотивы, а проколы здесь недопустимы. Ерунда. Ты знаешь, что я лучше всех справлюсь. Решать мне. Поручаю это Мейсону и Вудсу. Найдите ЭВМ раньше, чем Персей. Я свяжусь с Беликовым, нашим агентом в КГБ. Он обеспечит транспортную поддержку. Черт, он захочет управлять вертушкой. Чтобы Персей не искал в Ямантау, мне это нужнее.
Первое задание вон за той горой. Спасибо, Дмитрий. Как найдем ЭВМ, свяжемся по радио. Вудс, а ты знаешь, что в КГБ делают с двойными агентами? Нет? Да. Если они победят в этом сезоне, я готов пойти на расстрел. Ха. Но топливо у меня только на час. Потом ищите другой транспорт. Идем, Мейсон. И это наш человек? Пусть запах перегара тебя не обманывает. Дмитрий наш человек. Он знает, где у них зарыты трупы. И лично зарыл половину из них. Осторожно, дозорные на горе. Прежде чем идти туда, их надо убрать. Идем дальше. Бери одного, второй мой. Метка. Хлипковато как-то. Но если он выдерживал коми... Ну, вперед! Надеюсь, выдержит. Проще простого. Это старая станция связи. Столько лет, а еще стоит. Хоть и с трудом. Идем дальше. У них снайперы. Не попадайся им на глаза. Пригнись, старайся не светиться. Арбалетная стрела. Так точно. Слышал? Они готовятся забрать ЭВМ. Седьмой раскоп. Пора идти. Далеко падать. Уф, это точно работа советских инженеров. Выхожу!
меня! Погнали! Перезаряжаю! Вот и тот самый бункер. Машинный зал где-то близко. Переправимся по тросу. Если мы не зачистим вертолетную площадку, потом будут проблемы. Мейсон, что у тебя? Черт, пушку уронил. В следующий раз первым пойдешь ты. Там внизу тоннель. Тебе придется искать другой вход. Понял. Будь на... Вудс. Отлично. Черт, холодновато. Место было заброшено после схода лавины. Я слышал, что при раскопках были найдены тела с пулевыми ранениями. Ты что, хочешь сказать, что наше начальство скрыло вражескую атаку на советской земле? Лавины не стреляют в людей. В любом случае, нам пора идти. Ты что, боишься привидений? Я боюсь заблудиться и замерзнуть нас. Слушай твои... В любом случае, разве здесь есть что-то важное? Не вижу ничего ценного. У нас раненые! Да, слышу тебя. Ты где-то близко. Благодаря твоему шуму, о нас теперь знает весь Советский Союз. Хорошо поработал. За это мне и платят. Сюда, шеф. Раскопы видишь? Если я правильно понял карту, поверни на пару градусов левее, севернее. По-моему, им тут нужна не только ЭВМ. У Штайнера было много безумных проектов. История с Новой 6 — лишь верхушка айсберга. Кажется, они уже собираются уходить. В западной части базы стоит большой кран. Захвати лебедку. То есть, лебедку. Извини, мешает. Надо закругляться. Посторонний!
Мне нужно укрыть! Дмитрий, нас прижали! Можешь устроить поддержку с воздуха! Это все-таки ударный вертолет! Выдержал. Опускай лебедку! Перегруз! Делик там! Быстрее! Держитесь!
Хадсон? Мы закончили анализ ОВМ, которую Мейсона Вудсмана извезли Мандау. И? Пирсей искал имена спящих агентов Драговича, задействованных в 68-м. Дайте нам эти имена. Группа Адлера их выследит. Пирсей их стер. Твою мать. Есть только одно место, где можно получить эти сведения. Дом на Лубянке. Что? Штаб-квартира КГБ? А почему тогда Пирсей сам туда не заглянул? Не знаю. Возможно, он работает без приказа сверху. Я сообщу Адлеру. Но тогда надо делать все как следует. Или не браться вообще. Только что узнал. Беликов снова в Москве. План вы знаете. Белл, пойдешь со мной. Лазарь, на тебе эвакуация. Вы вместе пойдете на Лубянку? Ты что, рехнулся? Дождись Мейсона или Вудса. Мне не нужны Мейсон и Вудс. У него есть навыки, которые нам пригодятся. Издеваешься, да? Ты понимаешь, что это излишний риск для всей операции? Он не излишний. Он рассчитанный. Пойми, что если ты облажаешься, мы не получим эти имена. Это конец. Я в тебя верю. Хадсон не доверяет тем, кого не может контролировать. О, тут привезли новый увеличитель. Поставил в темной комнате. Кстати, тебе ни о чем не говорит такое имя, как мадам Гильза? Звучит знакомо. В Арпанете пишут, что ее тело нашли на Кипре. На берегу реки Педиос. О, это все? А голову в 2 километрах ниже по течению. По данным экспертизы, смерть наступила в августе прошлого года. Помнится, примерно тогда же у тебя было задание в тех краях. Скажешь, совпадение? Наша работа полна совпадений. Ее, между прочим, искала Ми-6. Двойной агент, пропавший со связи несколько лет назад. Подозреваю, что она чем-то привлекла внимание ЦРУ. Может быть, следом из трупов. Такое трудно не заметить. Я ведь работала с мадам Гильзой целых 3 года. Очень близко. Я ей тогда доверяла. И как только у меня возникли подозрения, она это заметила. Я отбилась. Но она оставила мне вот такой прощальный подарок. Неприятная царапина. А то. А теперь представь, как я удивилась, читая этот отчет. Мадам Гильза. Тело на одном берегу, голова на другом. Какая ирония, верно? Я бы назвал это поэтичной справедливостью. Лазарь. Спасибо тебе. За что? Что у тебя? Не в первый раз в секретное агентство влезаю. Все они отлично защищены, но есть слабые места. В данном случае слабость в том, что КГБ чересчур доверяет своим. По-моему, эта операция как будто создана для тебя.
Я веду переговоры, ты даешь имена. А что? Можешь считать, что да. Плохо, не мой человек. Если бы я не был готов доверять людям, я бы выбрал другую работу. Нет, Ми-6 занимается периметром. Агенты в странах-сателлитах, в СССР фигуры помельче. Снаружи вовнутрь. Беликов из наших, надеюсь. Хадсону я доверяю. Он, конечно, сволочь, но не дурак. Шрам? Ты про этот? Заметно? В 75-м прыгнул с крыши в Калькутте, преследуя советского агента. Прыгнул-то удачно. Приземлился не очень. Совет. Всегда смотри, где телеграфные столбы. Ага. Пора вспомнить русский, Белл. Ну, она... Ты знаешь, как он относится к Паркам? Она профессионал. Я ей не верил, но после Берлина понял, что напрасно, по-моему. Парк наш человек. Наш человек, твою мать. Да-да. К счастью, нет. В штаб-квартире КГБ. Только между нами. А я как же? И Симсом. Надеюсь, мне не придется туда заходить, только подвести вас. Дело может пойти вниз тормашками. Вверх! Вверх тормашками! Вверх, вниз. Какая разница? Ты ведь из КГБ, верно? Довелось там бывать? Извини. Не стоило об этом спрашивать. Другая жизнь, лучше не вспоминать. Да, до Москвы далеко. Не-а. Белл, не ожидала тебя увидеть. Лучше меньше. Меньше слов, меньше действий, меньше следов. Не светись. Они не ждут вторжения на Лубянку. Это преимущество. Остальное сплошные недостатки. Координация транспорта. Мы всю голову сломали, ища надежный путь до площади Дзержинского. Туда вы доберетесь без проблем. А вот с эвакуацией все намного сложнее. Я уже запросила свежие аэрофотоснимки, чтобы спланировать отход. Не люблю работать наугад. Учти, Советский Союз мы покинем крайне нестандартно. Хадсон предвзят. Одним вообще не доверяет, другим верит безоговорочно. Так уж вышло, что ты из первых. Не переживай. Хадсон не очень любит сотрудничать с другими разведками. Но президент Рейган одобрил участие Адлера, и тот поступил как американский патриот. Помнишь, я советовала не лезть в прошлое Адлера? Бывают разные шрамы. Отчасти я судила по себе. Полагаю, есть лучшие способы подчеркнуть характер. С другой стороны, в нашей работе лишние приметы только мешают. Если что, я тут. Дом на Лубянке. Штаб-квартира КГБ в Москве. Досье на спящих агентов в командном бункере противоатомной защиты в глубине 30 метров. Внутрь ведет только лифт. Охрана более чем серьезная. Нужен соответствующий допуск. И тут агент Беликов вступает в игру. Беликов остается нашим кротом в КГБ уже почти 10 лет. Он впустит нас.
Он выручил нас в Ямантау, выручит и сейчас. Это безумие даже по его стандартам. Он точно с нами? В данный момент прямая ядерная угроза оправдывает любой риск. Уверен, он согласится. Веди Беликова в курс дела. Алло, это Беликов. Извините, я думал, это посольство Сингапура. Мы еще не подружились, Беликов. У тебя есть доступ в бункер? Приятно слышать. Еще нет. Я знаю, у тебя все под контролем. Когда будешь ключ, встречаемся у входа в подвал. Товарищ Беликов, вас вызывает в конференц-зал наверху. Прибыл секретарь ЦК товарищ Горбачев. Секретарь Брежнев весьма заинтересовался вопросом государственной безопасности. В КГБ работает КРОД. Комитет желает, чтобы кто-нибудь из ПГУ проконтролировал расследование полковника Кравченко. Это Имран Захаев, если вы еще не знакомы. Спасибо, товарищ Горбачев. И благодарю присутствующих за теплый прием. Я считаю, что самый страшный враг – это тот, кто разрушает дом изнутри. Любовь и доверие в семье священны. К несчастью, не все разделяют ваши замечательные убеждения. Товарищ Беликов, вы как глава службы безопасности практически выбились из сил, пытаясь найти крота. Докладывайте. Да. И когда мы изловим этого крота, он станет слепым и под землей, как настоящий. Пока крот не найден, нам необходимо усилить охрану бункера. Захаев, у вас будут какие-нибудь предложения? Нужно ограничить доступ в бункер. Также я хотел бы получше познакомиться с каждым из вас. Изучить ваши страхи, надежды и амбиции. Действуйте, но постарайтесь не мешать нормальной работе. Теперь вы, можете Беликов, приступать. Кому нужно сохранить доступ в бункер на время расследования? Мне неприятно об этом говорить, но в эти непростые времена даже генералы находятся под подозрением. Товарищ Горбачев, только генерал Черков должен иметь доступ в бункер. Хорошо, проследите. Конечно, товарищ Горбачев. Я уже распорядился изъять ключи от бункера.
товарищ Беликов. Наша родина в смертельной опасности. Капиталисты хотят уничтожить все, чего мы добились. Изменник будет пойман и дорого заплатит за свое предательство. Вы свободны, Беликов. За мной следят. Мне нужен ключ от бункера, но сперва надо разобраться с камерами. Юр, а ты правда был в Польше? Внушительное здание. Простите? Режимная зона. Если меня здесь заметят, это что прикажете? Теперь надо спрятать тело. Как насчет этих шкафов? Что прикажете? Извините, товарищ Беликов, но Захаев приказал усилить охрану. Без разрешения сверху никого не пускаем. Никак нет, извините. Захаев с меня голову снимет. Это действительно настолько важно? Ну, я бы мог отвлечься на гаванскую сигару. Там в одном из кабинетов целый склад этого добра. Здравия желаю. Охранник меня не пропустит. Надо дать ему то, что он просит, или убить его.
В отделе обработки данных я смогу перепрограммировать ключ для доступа в бункер. Так, теперь пора спуститься в подвал встречать Адлера. Что прикажете? Ладно. В Нью-Мексико. Группе Адлера нужна форма, чтобы миновать охрану. Думаю, мне стоит заманить пару солдат в тоннели. Это Беликов. Дежурный наряд в котельную. Срочно! Думал, ты не придешь. Разве у меня есть выбор? Ключ открывает лифт, ведущий в бункер. Как насчет формы? Кажется, они здесь. Так, я их проведу и отвлеку на вас все остальное. Эл, прячься. Аккуратно. Форма в крови нам не поможет. Эй, сюда! Здесь дверь не закрыта! Такое разгильдяйство совершенно недопустимо. Меры безопасности должны соблюдаться, вам ясно? Нормально. Мне придется уйти, но у вас уже есть все, что нужно. Если остановят, скажите, что вы из группы товарища Соболя. Надевай. Оружие и пропуск в сумке. Давай, сюда. Придем в бункер, дальше сами. Ты слышал о генеральном секретаре Брежнева? Нет. Мы сделали операцию. Сердце? А то некуда повесить еще одну золотую звезду. Можете впустить. Ладно.
металлодетекторы. Идем в обход. Это просто смешно. Я показал вам свои документы. Я уже должен быть на встрече. Прием посетителей отменяется до конца рабочего дня. И куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения. Вы должны пройти досмотр. Товарищ, поставьте сумку сюда для досмотра. В этом нет необходимости. Дайте нам пройти. Не принимайте это на свой счет, товарищ. Мне приказано досматривать всех без исключения. Ты нужен Захаеву наверху. Я здесь разберусь. Спасибо, товарищ. Опаздываешь, Беликов. Я здесь, не правда ли? Идем. Едем вниз. Новые лица. Когда вы прибыли? А, конечно. Кто ваш командир? Я не расслышал. Какое совпадение? Я как раз к нему на прием. Обязательно передам ему привет от вас. Вот таких уродов нам и стоит опасаться. Держи. Внизу нам будут не рады. Жди команды. И прежде чем Кравченко успел... Оружие на землю! Это запрет, Бенсон! Там! Ставь газ в вентиляцию. Есть. Идем в хранилище.
почти на месте. Открывай дверь. Я прикрою. Собирай данные. Я постараюсь. Двери надолго не хватит. Отлично, Белл. Тот самый список. Сливай его на дискету и валим отсюда. Они перекрывают все выходы. За мной. Сюда. Сопротивление бесполезно. Давай. Это выход. Вы окружены! Ваш товарищ у нас! Сели Беликова. Белл, план Б. Пускай газ. Бросайте оружие и сдавайтесь! Или он умрет! Пойдем на день противогаз на Беликова. Я прикрою. Спасибо, друзья.
происходит наверху. Подняли тревогу и перекрывают все выходы. Прорываемся с боем. Нужно что-то потяжелее. Без проблем, друзья. У лифта, на котором меня привезли, тяжелого снаряжения. Надо как следует подготовиться к встрече. Идем дальше, склад там. Прикрой! Меняю позицию! Западному углу через 5 минут. С нами будет берег. Сзади полно места. Выходим из лифта и сразу идем в сторону двора. Готовь заряд, Белл. Идем, Белл. Все выдвигаться. Наконец-то. Я ждал твоего звонка. Они всю Москву поставили на уши. Оно того стоило? Адлер все же добыл список спящих агентов. Вопреки всему. Стальной характер, ничего не скажешь. Был молодцом. Похоже на то. Но, по-моему, они все чересчур расслабились. Ведут себя так, будто знают, с кем имеют дело. Возможно. Оказалось, что один из тех агентов связан с Зеленым Светом. Теодор Гастингс, инженер-ядерщик из Солт-Лейк-Сити. И ты думаешь, он задействует Гастингса? Именно. Мы уже взяли его под наблюдение. Рано или поздно он выведет нас прямо на Персея. Вот оно. Свежий след Теодора Гастингса ведет сюда. Куба. У нас под боком. Персей обосновался в пустом правительственном здании где-то в кубинской глубинке. И похоже, что привез туда бомбу. Кастро наверняка в курсе. $20 тому, кто притащит его ко мне. Кого? Кастро или Персея? Любого. Мы не дадим ему привезти эту бомбу в США. Пора покончить с Персеем. Раз и навсегда. Так, убедитесь, что все готово. Когда начнем, пути назад не будет. Вот. Обойдемся без гениальных идей. Да. Как говорится в таких случаях, Хадсон, суп даю. На пару слов.
Ну что? Хочу кое-что обсудить. Минут на пять. На связи? Лично. Ты все? Поговорим? По виду, да. Да. Вот, смотри. Как у тебя с испанским? Момент. Побыстрее, я занят. Не то слово. Наш человек проделал огромную работу. Что до тебя, у нас требование только одно. Необходимо превзойти все наши ожидания. Приветствую тебя в команде. От всей души. Я не склонен обсуждать свои личные взгляды на членов команды с подчиненными. Что-то еще? Плана агента Зулай. Мы выбрали Лазаря вовсе не за обаяние. Он сапер высшего класса. Но даже если он не справится, тебе придется ее забрать. Да, возьми смену штанов. Ну нет. И при таком размере группы Персей может почуять опасность и сбежать. В этом случае меньше лучше. Данных точнее не будет. Разведки всего мира много лет пытаются привязать Персея к конкретному месту. Такое чувство, что он живет где-то между строк истории. И если ты лично сможешь прикончить его, то я буду невероятно счастлив. Если хочешь повторить детали инструктажа, проектор в дальнем углу. Я слушаю. Осторожней, это протеже Адлера. Белл. Ты серьезно говоришь? Только не это. Не-не-не-не. Погоди, я сейчас все объясню. Началось. Ну да. Мы с Кастро в некотором роде кровные враги. У меня была возможность его убрать, но информатор подвел. Волна дерьма тогда дошла аж до самого Вашингтона. В общем, если я узнаю, что Персей снюхался с Кастро, и Хадсон случайно обнаружит мою пулю в голове Фиделя, ну... Придется списать это на побочный ущерб. Хм. Уложился в 5 минут. Я ждал часового монолога. В Кхишане мы ловили другого урода. А, точно. В Хюэ мы выгрузились рядом с группой Адлера. А еще тогда я имел несчастье познакомиться с Хадсоном. За эти годы он не изменился. Как он был полнейшим занудой, так им и остался. Слышал? Мы легенды, мать твою. Да, где мы, там гром победы. Так, хватит уже языком трепать. Тот фальшивый американский городок тебя не впечатлил. Или ты сейчас про Мейсона? Не, я пока живой. Это ты к чему говоришь? Это уже перебор. Если хочешь подружиться, то это самый тупой в мире способ. Да мы прикалываемся. Кажется, он озадачен. Вы с Адлером только что влезли в КГБ, ломанули их базу данных и ушли живыми. Ну а теперь наша очередь. На месте Персея я бы уже спрятался в нору. А я бы залил эту чертову нору напалмом. Для Адлера это кульминация 30 лет напряженной работы. Неудивительно, что он на взводе. А тебе стоит собраться и не думать о прошлом. Хорошо. Это дело. Да. До скорого, Белл.
Гастингс покинул Солт-Лейк-Сити. Мы проследили его до самой Кубы. Персей мог доставить бомбу туда. В Лэнгли считают, Кастро готов помочь Персею привезти ее в США в обмен на возможность изучить устройство. Мы не допустим. Какой план? По последним данным, Гастингс в 30 милях южнее Гаваны. Там есть заброшенный комплекс. Думаем, там Персей прячет бомбу. Они вынуждены скрываться, поэтому охрана будет умеренной. Работаем быстро и жестко. Десантируемся, хватаем бомбу, уходим на Фултоне. А если бомбы там нет? Она там. Гастинг смог понадобиться Персею на Кубе только для того, чтобы подготовить ее к подрыву. Ну что ж, пока мы в пути, Хадсон готовит отход. Все готовы? На выход. Где Адлер? Придет. Мы рано. Он должен появиться через... Парк. Мы на месте. Принято. Пробуем окружить. Внимание всем. Работаем быстро и громко. Находим Гастингса, хватаем бомбу, валим нафиг. Вот, давай начинай. Блин, как вовремя. Марш, марш, марш! Белл, сделай милость. Как заводные, блин! Сосредоточиться! Прорываемся к главным воротам! Ламер, впереди! Второй этаж! Провинились эти бедолаги. Они закончили работу. Хорошенькая премия. Смотри, у них тут камера наблюдения. С их помощью мы можем найти бомбу. Красиво, парк. И как всегда на высоте. Подозрительно тихо. Будь начеку. Контакт! Ищи мины.
Парк, может, позволишь наконец угостить тебя выпивкой, когда все закончится? Лазарь, твоя настойчивость достойна восхищения. Это не значит... Мейсон, там еще один за стойкой. Спасибо, Парк. Смотри дальше. Вот, стоп, Адлер. Мы нашли бомбу и... Твою мать, кто-то убивает ученых! Где? Второй этаж. Комната 27Б. Второй этаж. Центральная комната. Наверх, быстрее! Встретимся там, Парк. Грубо, но эффективно. Что, Парк, глаз оторвать не можешь? Белл, ставь заряд. Адлер, мы идем на второй этаж. Нас прижали. Иди дальше. Мы догоним. Protejan el laboratorio. Marceo nos va a virar si no los detenemos. Сделано, Парк. Белл, осмотри комнату. Гастингс, говори давай. Персей был здесь. Стрелял в нас и ушел. Персей бы не бросил свою драгоценную бомбу. Он заставил нас вычислить коды подрыва. Дать ему доступ к зеленому свету. Что? То есть теперь Персей может взорвать сразу несколько бомб? И я... Виноват. Гастингс, держись. Сколько бомб зеленого света может подорвать Персей с этими кодами? Он подорвет их все. Он сметет пол Европы. И обвинит во всем Штаты. Нам надо найти этого гада Персея. Нам пора, нет? Контакт! Вертушка идет низко. Это наверняка Персей. Все на крышу, быстро! Беги, беги! Адлер, их тут целая толпа, они окружают комплекс! В окно! Давай в окно!
Идем, Белл! Твою мать! Вертушка уходит! Черт, вертушка! У нас есть более важные проблемы! Адлер, твою мать! Где вы с Майсоном и Вудсом? Мы застряли! Не жди! Запускай шар! Это земля! Подтвердите контакт! Подтверждаю, земля! Мы вас видим! Пристегнитесь! Встаньте спиной к ветру! И скрестите руки! Будем через две минуты! Марк, осторожно! На крыше снайперы! Поняла. Берем снайперы. Ладони. Они повсюду. Лазарь, давай короткими. Патронов мало. Они Знаешь уходят. Что, Лазарь? Я, пожалуй, готова с тобой выпить. Не дразнись, парень. Только это будет не та ослиная моча, которую вы зовете пивом. Мы напьемся как следует. Готовься. Вон они. Самолет. Минута. Держись, Лазарь. Знаешь, как выберемся, с меня выпивка. Вот теперь мне есть за что сражаться. Земля, это борт. Я смотрю, у вас там жарковато. Подержать сверху. А, было бы очень кстати. Принято. Сейчас поможем. Земля, борт. Принято. Зачищаем крышу. Точно цель. Точно цель. Иду огонь! Яблочко! Земля, у нас топливо на один заход. Готовьтесь к эвакуации. Второго шанса не будет. Вас поняла, Борг. Вижу самолет. Парк, пристегиваемся. Живо! По очереди. Белл, ты вперед. Мы прикроем. Давай. Укрытие! Черт! Белл! Земля, ноги. 10 секунд до контакта! Не могу! 9! 8, дотянуться! 7! 6! Шевелись, Белл! Времени 4, совсем нет! 3! 2! 1! Что смогли получить, с тем и работаем. Между прочим, мы заплатили тому информатору. Думаешь, это был? Понятия не имею. Зато теперь я знаю, что у Персея не одна долбанная бомба, а несколько дюжин. Миллионы людей умрут, а потом в их гибели обвинят США. Вы должны выяснить, откуда он планирует передать сигнал. И как будем выкручиваться? Белл знает, где искать. Белл? Этот дурацкий проект оказался пустышкой. Не стоит недооценивать Адлера. У него в запасе еще много фокусов. Давай, еще чуть-чуть. Симс, каталку! Белл, за мной должок. Твою мать!
Если мы и сейчас облажаемся, то потеряем не только Лазаря. Тебе придется выполнить еще одну задачу. Я очень надеюсь на тебя, Белл. Симс, готовь препараты. Все. Адлер, не трать время впустую. Он нам больше не нужен. Будь начеку, Белл. Ты ключ к победе над Персеем. Как и было всегда. Хватит полумер. Делаем прямую инъекцию в мозг. Прямая инъекция в мозг может вызвать судороги или хуже. Блин. Через глазницу? Ты уверен, док? Воспоминания пойдут почти сразу. Белл, слушай. Постарайся вспомнить. Мысленно вернись во Вьетнам. Последний раз. Надо закончить начатое. Мы были на задании. Ну, Белл, Персей. Ты помнишь свою встречу с Персеем во Вьетнаме? Сердце перебоя. Черт, пульс зашкаливает. Нужно расслабиться и сосредоточиться. Вертолет разбился. Ты идешь через джунгли в одиночку. Находишь бункер. Ты помнишь бункер, Белл? Мы должны знать, что было в том бункере. Не верь Адлеру. Адлер лжет. Не верь ему. Не слушай Адлера. Он тебе лжет. Узнай правду. Лжет. Не верь Адлеру. Во время проверки доклада о советском бункере твой вертолет был сбит огнем с земли. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконговцев. Бросаешься вперед и хватаешь М-16. Или другое оружие. Уцелевшие вьетконговцы скрылись в джунглях. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе.
Чарли! Подойдем поближе. Достать ножи. Не светись. Укрывайся в траве. Они нас не заметят. Он меня тут попал! Good and even for now, right? You must get the cap. Oh, he's up! Oh, okay. У нас контакт! Идем! Ну, тори! Спасибо за помощь. Удачи на задании. Твое внимание привлекли голоса из пещеры за рекой. Они говорили на русском языке. Нет, Белл. Бункер был в пещере. Ты поднимаешь дробовик и на всякий случай готовишь лук. Удалось стать свидетелем встречи вьетконговцев с советскими агентами. Мне нужно подкрепление! Мне нужно укрытие! Койдей! Пошли! Выдвигают! Они уходят на... Да, правильно, бункер. А теперь расскажи про Персея. Почти получилось. Запускай так, шестой. Приготовились. Пора за работу, Белл. Когда к тебе вернулось сознание, союзников рядом не было. Были только вьетконговцы, которые искали выживших. Тебе удалось бесшумно убить их выстрелами из лука. Chắc là có kế hoạch bay.
Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по натоптанной левой тропе, а не направо к водопаду. В отчете упоминался мост возле дверей. Бункер был где-то за ним. На развилке интуиция подсказала тебе свернуть вправо, на звуки выстрелов. Увидев бой, ты берешь М-16 на изготовку. Вертолет вылетел. Расчет 2 минуты. На левую! Вход в бункер из твоего отчета. Это может спровоцировать очередной приступ. Останавливайся! Черт, черт! Давай инструкцию по сценарию выхода. Пора за работу, Белл. Когда к тебе вернулось сознание, вокруг шел бой. Выжившие пытались отразить атаку вьетконговцев. Взяв гранатомет, ты бросаешься вперед.
Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по натоптанной левой тропе, а не направо к водопаду. Оказались союзники, прижатые плотным огнем. Тебе пришло в голову поддержать их со снайперской винтовкой. Командир приказал зачистить тот дом. Штаб, это Герцог 4. Тут у нас советский командный пункт. Кругом гитконговцы. Прошу отработать напалмом. Герцог 4 принято. Направляю борт. Расчетные 30 секунд. Это Фантом 2-1. Груз готов к доставке. Принято. Работаем. Уходите и не высовывайтесь. В доме, сожженном напалмом, оказалась дверь в бункер. Что дверь заклинила. Открывай! Парк, еще одну инъекцию. Белл может умереть. Делай! Ну. Пульс уже... Пульс зашкаливает. Боюсь, что Белл долго не продержится. Хорошо. Показатели стабилизируются. Пульс постепенно замедляется. Черта, Белл в лаборатории! Белл, забудь эту чертову лабораторию! Мне надо узнать про бункер! Товарищи, США и их союзники медленно, но верно пожирают...
давно знаем друг друга. Похоже, программа начинает закрепляться. Вместе прошли через вьетнамский ад. Пора за работу. Переживает еще один заход? Ты меня спрашиваешь? Делай. Мы не уйдем с пустыми руками. Сценарий 17. Готовься. Пора за работу. Это мы уже проходили. Перейдем к следующей части. Белл, дверь бункера была прямо в руинах. Ты заходишь. Белл, входи в бункер. США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Наши вожди бездействуют перед лицом этой угрозы. Это моральный долг Персея – действовать, когда они сдались. Скоро у нас будет американская атомная бомба. Ключ ко всему арсеналу зеленого света. Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. Признаюсь, я удивлен. Так быстро прийти в себя. Мы перепробовали все. Стандартные методы допроса не сработали. Подавление воли и стирание личности – сложный и болезненный процесс. Невелика цена. Опыты ЦРУ с сознанием увенчались успехом в области внедрения ложных воспоминаний. Хочешь, чтобы я рассказал им о Вьетнаме? И нужно выбрать кодовую фразу для активации внедренной памяти. Пора за работу. Пора за работу. Пора за работу. Пора за работу. Тебе было нужно в советский бункер. Нужно в советский... Похоже, программа начинает закрепляться. Пора за работу. Мы давно знаем друг друга. Сражались вместе, проливали кровь. Вместе прошли через вьетнамский ад. Пора за работу. Перепрограммирование окончено. Пора дать имя нашей новой личности. Белл. Он приходит в себя. Белл, шутки в сторону. Что сказал Персей? Где он? Ты не в себе, Белл. Потом мы все объясним. А сейчас надо помочь друг другу. Когда тебе не повезло, мы дали второй шанс. Сейчас нам нужна ответная услуга. Белл, ты ведь тоже из команды Персея? Его подручный, Араш Кадивар, напал на тебя на аэродроме в Турции и бросил умирать. Из Трабзона самолет полетит к дуге. Ты знаешь. А этого ты не знаешь. Персея там нет. Никто из этих наемников не уйдет с дуги живым. Мы выбросим их трупы в лесу, а потом переправим груз в Волкову, в Берлин. Оттуда мы полетим на Соловки. Персей тебя слишком ценит. У меня на тебя другие планы. Мне не нужны конкуренты. Мы там были. Мы нашли тебя, когда все закончилось.
ЦРУ создало тебя заново. Нам пришлось дать тебе новую личность взамен старой. Хадсон подумал, что твоя связь с КГБ может пригодиться в будущем. Но все остальное мы придумали заново. Вдобавок мы получили возможность использовать твои лингвистические и криптографические навыки. Куда сложнее было с памятью. Специалисты программы МК-Ультра взяли за основу память Адлера о Вьетнаме. Мы хотели создать у тебя ощущение общего прошлого, чтобы вызвать доверие. Нет, считай, тебе повезло. У тебя эти воспоминания пару месяцев, а я живу с ними больше 10 лет. Бесполезно тебя допрашивать, но проект МК-Ультра позволил создать план Б. Убедив тебя в том, что ты не ты, мы могли привести тебя туда, где ты расколешься. Это уже кое-что, но мы еще не закончили. Пора за работу. Ключевая фраза держала тебя в рамках, но этого мало. Твои главные секреты всегда оставались под замком. Белл, возможно, сейчас ты нас ненавидишь за этот поступок. Просто объясню, каковы ставки в этой игре. То, что ты сейчас делаешь, нужно не мне и не тебе. Речь о чертовых миллионах людей. О том, чтобы остановить того, кто, как в конце концов выяснилось, предал всех, кроме самого себя. Скажи мне, где Персей? Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на Соловках. С безопасной позиции на Соловках. На Соловках. На Соловках. Это твой шанс узнать, чего ты стоишь на деле. Где Персей? С безопасной позиции на Соловках. Соловки. Соловки. Симс, звони Вашингтон. Остальные собирайтесь, уходим. Правильный выбор был. Идем. Ты наш человек. Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой свободному миру. У вас важнейшее задание — защитить нашу цивилизацию от великого зла. США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Еще несколько часов, и Персей взорвет атомные бомбы во всех крупных городах Европы. Мы готовы пойти на все. Придется пересечь черту, чтобы эта черта вообще осталась. Нас не назовут ни героями, ни злодеями. А нас не узнают. Лично я гоняюсь за этим призраком уже 15 лет. С меня хватит. Шарахнет, будет минут 20, прежде чем восстановят связь.
Наша задача вырубить зенит и расчистить дорогу для авиации. Оставим Персея без связи. Прямо по курсу! РПГ! Прижали! Белл, не дай дымовую! Эйс, Вудс, прикройте справа! Зенитка есть. Ты знаешь, что этого мало. Я не могу рисковать. Второй попытки у нас не будет. Думаешь, я этого не знаю? Дождись моего сигнала, Хадсон. Контакт. Контакт. Минута до цели. Радиовышки еще не включились. У нас есть...
Повторяю, уводите наших. Уходим! Живо! Они справились, господин президент. Обезвредили бомбы. Слава богу. И ЦРУ. Они взяли Персея? Нет, сэр. Его местонахождение неизвестно. Реакция СССР? Пока ничего, только растерянное молчание. Возможно, они действительно не в курсе. Персей мог действовать на свой страх и риск. Будь я проклят. Кажется, у нас все-таки есть что-то общее. Сюда! Дай руку! Дай руку, Белл. Мы это сделали. Это будет уроком для Персея и всех, кто пойдет за ним. Мы не сидим на месте. Надеюсь на лучшее. Мы действуем. Делаем лучшее своими руками. Так и выигрывают войны, Белл. Есть новости насчет Касима Джавади? Ага. После того, как мы убрали его и Кадивара, остальные террористы устроили грызню за власть. Советам это быстро надоело. Похоже, они решили обрубить все связи и убрать за собой. Примерно 72 часа назад основной лагерь боевиков сгорел дотла. Остался только пепел. Немногочисленные выжившие разбежались и залегли на дно. Что насчет Антона Волкова? Волков оказался очень ценным источником информации. Вскоре после его допроса Ми-6 развернула несколько постов перехвата в Восточном Берлине. Они уже получили несколько сообщений, адресованных местным агентам КГБ. В железном занавесе появляются дыры. Как прошла зачистка в Гаване? Мы смогли забрать тело агента Азулая с Кубы. Президент Рейган лично связался с его семьей. Гроб уже отправлен в Тель-Авив. Хелен Парк вернулась в Лондон. Сейчас она продолжает лечиться от полученных ран. В дальнейшем Ми-6 планирует поставить ее во главе группы, ответственной за поиск Персея. Что насчет остальной команды? Они успели покинуть Соловки до подхода советских войск. Мы дали им время подлечиться, но скоро они вернутся к работе. Может, мы и справились с Персеем, но его крысы по-прежнему гнездятся в нашем доме, стараниями нашего же коллеги. Так и есть. Мы так и не выследили Роберта Олдрича и его агентов в нашей стране. Боюсь, что скоро придется пойти на крайние меры. Тотальная слежка и все такое. Разумеется, на это у нас нет санкций. Пока нет. Что насчет Европы? Мы спасли ее от ядерного пожара, но она по-прежнему кишит агентами Персея. Если бы у нас было время, мы могли бы добиться намного большего. А Белл? Северный воздух. Проясняет голову, правда? Белл, в борьбе с Персеем тебе пришлось принести две огромные жертвы. Об одной из них ты даже не знаешь. Вторая – это твое добровольное решение. Я просто хочу сказать, что все, что было между нами, это было ради высшего блага. Ты знаешь, что ты настоящий герой? А герои вынуждены приносить жертвы. Поэтому, когда я попрошу тебя о следующей, надеюсь, ты поймешь, тут нет ничего личного.